очередная поездка наша, нашей Санта-Барбары. Едем. Санта-Барбаре. Да, едем в аэропорт. В спидометре 250 072 километра. Ну, должно быть плюс 40, это 250 112 114 километров. Ну, вот так вот едем. Высадил Ларису чуть пораньше, сам уехал на парковку. Сейчас вот иду в аэропорт имени Титова Германа. О, приветики! Приветики! Как дела, а, София? Ты уже улыбаешься? Привет, Тай. Ты уже не кричишь, не боишься? А, красотка? Красотка? Не обращай внимания. Ой, блин, ну да. Теплая? Вообще теплая, ну. Я боюсь, это материал будет там. Это лосница, еще что-нибудь. Юрик, неправильно взвешивали, что-то с Машей, ну, или сами. И что, сколько там? Ну, я взвешивала. Много? Ну, вот эти. А это не взвешивается. Не взвешивается. Ага, не взвешивается. Поставь, не взвешивается. Дебильно. Настя, привет. Не хочет здороваться, а книжки вытащу. А что, у тебя языка нету? Жарко. Так раздевайся. София, расскажи, как дела у тебя, а? Стоишь, солдатик. Юр, Тань, подержи воду, а? Я хочу тебе показать одну картинку. Какую? Что ты мне нарисовала? Ты бы мне на память что-нибудь привезла. Рисунок бы. Я не нарисовала, это мне в киндере. Вот, картинка такая. А давай поцелуемся. А? Я тебе щечку поцелую. Красотка. А я что, лысая? Чума, до свадьбы. Регистрация, рейс Су-1431. Ладно, Таня, спасибо большое. Андрей, давай, счастливо тебе. Спасибо, что приехал. Давай, покладывай. Самое красивое не забыла. Настя, подвигайся. Будешь меня ждать? Я хочу с тобой. Чуть попозже. Скоро приедешь, поедешь. Подрочусь чуть-чуть. Я тоже хочу. Только не плачь, пожалуйста. Не плачь, пожалуйста. Скоро поедешь. Вырастешь? Надо подрастить. Давай. Жди меня. Я вернусь. Настя, не надо, не плачь тоже. Настя, ну пожалуйста. Настя, ну пожалуйста, не плачь. Не знаете, плачь, вот а то я тоже буду плакать. Чё такие слезы побежали? Вообще не говори. Это можно вставать с ним. Скоро ты вырастешь и тоже поедешь. Ну все. Не плачь только. Мы едем и летим. Улетишь, подожди. Подожди. Ну не плачь, пожалуйста. Все, тебе нельзя плакать, ты болеешь.
давай. Я тоже. А то у тебя будет горлышко или глазки болеть. Все, давай, пока. Я буду. Маши. Доброе утро. Да, да, да. Маш, мы же все здесь. Че ты? Двери добывались. Нет такого. Проводили бабу Ларису, ушла она в зал ожидания, или как там, посадочный зал. Пошли мы по домам. Я еще на работу. Ехал я с аэропорта, проводил свою милую. Проводил, вернее, попрощался с внучками, с сыном, со снохой Таней. Еду до дому. До дому ехать мне, сейчас скажу, примерно 36-37 километров по спидометру я насчитал. Так, всем привет. Мам, скажи всем привет. Привет всем из Америки, из Миннеаполиса. Я уже тут. Только была в Барнауле, уже здесь. Все встретили маму. Do you have trash can where we can throw a dirty diaper? Because if we leave it in the room, it would be... Okay. Okay. That's a recycle. Ah, oh, it's waste. Okay. Так, ладно. Rubbish. Ну что, Алекс? Чё, мам, как ты себя чувствуешь? Встретили меня в аэропорту. Мы приехали в отель. Мы пришли покушать. Алекс тут разбирается с подарками. Так, сейчас идем. No, no, we're just staying at the hotel. Yes, could you just wait 15 minutes, kindly? Because we are super busy now. I have like 15 people are waiting at the bar area, and you'll be next. When it's ready, I'll see you immediately. Okay. That's a cool accent. Are you from New Jersey? No, 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 I'm from Ukraine actually. Oh, really? Привет. Здравствуйте. Привет, да, да. Да, да. Алекс, пойдем. Пойдем, мама, туда. I'm gonna have a cocktail. Okay, well, he's not gonna have a cocktail. Well, he can hang out. Can he drive his car? Пойдем. Да, парень там вот этот, который с нас. Окей. Мы пойдем вон туда. Пойдем, Алекс. Парень, короче,
блин, наснимала всякую ерунду. Алекс, пойдем. Пойдем. Ну, да не так. Короче. Джерри, go. Have a cocktail. We'll hang out here. Так, парень, который нас садил, он из Украины. А, да? Да. Алекс, пойдем. Тебя сейчас что, трансляция, что ли? Да, идет трансляция. Вау, я даже не знала. Да, ты в прямом эфире. Жалко, папа не смотрит. Да что, посмотрит? Ты давай рассказывай что-нибудь. Ой, что рассказать? Ты же сейчас только полмира пролетела. Алекс, no, you can't go there. Are you gonna come work with us? Yes. No one would ever get mad at him. I know, right? Алекс, let's go. Алекс, иди сюда. Да куда хочешь? Да, иди на меня, диван там. Давай, так. Алекс, садись. Не знаю, сейчас тут будет хороший интернет или нет. Так, что рассказать, давай. Как я что пролетела полмира? Да. Да, как. Ой, ты пролетела, ну, полмира? Надо сказать, в этот раз я собиралась из рук вон плохо. В последний момент, прямо там за час, за два собрала чемодан. В общем, и совсем не переживала, куда я пойду, как я раньше. Первый раз помню, куда я пойду, в какой терминал, что я буду говорить, что мне надо ответить. Там все-все-все спрашивала перед этим. А сейчас вообще, как поехала, что поехала, прилетела сама, не знаю, как долетела. Все как будто, как просто так. Да, я это тоже хотела сказать. Я в прошлые разы переживала так за тебя. Первый раз. Вообще сама еще только Алекса. Ну, у меня только Алекс родился. И это. И во второй раз я звонила в этот аэропорт. Я тебе говорила, или? Да, да, да. Я в аэропорт звонила, спрашивала. Зарегистрировалась ли я, да, на сайте. Да, на рейс. На рейс. В общем, короче, везде. А в этот раз там новшество в Нью-Йорке сделали. Теперь, когда, перед тем, как вот этих вот пройти, как это называются, которые... Таможня-то дает добро. А сначала нужно зачекаться через терминал. О, тебе кто-нибудь... Ну, почти все сама, короче, ничего там сложного нет, и все по-русски. Так что понятно. В Нью-Йорке все предусмотрели для всех людей там и на всех разных языках. В общем, долетела, надо сказать. Прилетела, дочь меня пригласила. О, сейчас, подожди секунду. Крючок. Давай дальше. Чего дочь у меня? Дочь пригласила, билет купила, все оплатила. Вот тут еще в отеле расположила, да. Конечно, сложно мне было в этот раз лететь. Отрываться от дома третий раз. Не знаю, как-то те разы я легче собиралась. Хотя доехала в этот раз легко. Но те разы легче собиралась. В этот раз труднее расстаться было с домом. Да, как-то... Не то, что с домом, а... Не по-настоящему как будто все. Вот как будто ты это... Да-да-да. Только что уехала, а сейчас... Ты что, он по телевизору не ударит? Алекс! Don't touch the TV! Алекс такой шустряк вообще. Маленький. А в аэропорту приехала. Думаю, где моя дочь бегает? Не встретила сначала. Но меня, как всегда, Джаред первый нашел. Слышу голос Алекса. Раз, начала глядеть. Смотрю, Джаред. Да, вот я, короче, встретили. Первый раз мама приехала, она сошла там с середины. Ну, то есть с середины с первый раз. Потом второй раз с конца этого не терминала, а как это называется, этого коридора, или никакого не знаю. Я пошла туда, в конец. Да. А потом смотрю, доча бежит. Хай. Алекс такой смешной. Привет скажи. Алекс, скажи привет, баба. Ты скажешь привет, баба? Алекс, скажи привет. Ну ничего, так встретил, не плачет, сразу пошел. На ручки пошел. Так, да, он такой общительный парень у нас, так что он не боится. Да и тем более он тебя же знает. Ты у него скайповая бабушка. Скайповая. Я хоть три раза видела, а дедушка-то вообще... Да, дедушка не видел еще. Ну ничего, увидит еще. Да, конечно же, одной путешествовать так далеко сложно. Ой, смотри по телефону. Алекс! Беги.
Mr. Alex, no, do not do that. No, that is not acceptable. Whoa, you're okay? Понятно, короче. Ну ладно, что еще снимать-то, я даже не знаю, что. Сейчас бы папа бы пораспросил все. Да еще раз спросит, еще трансуху сделаю. Нет, пораспросил, в смысле, что. Ой, что, как у тебя все было? И говорю, я сама не знаю, как все прошло. Алекс, скажи привет. Привет, скажи. Ладно. Давай закончим на этом. Давай. Все. Ты я еще не отошла. Это уже из этого, как сказать, с пальца высасываем, не знаем, что говорить. Давай, пока. Всем пока, всем хорошего настроения. Спасибо за просмотр.